Добрый вечер, дамы и господа. Добрый вечер, дорогие друзья. Нас приветствует Маримба Плюс. Огромное спасибо, что вы с нами сегодня, в этот субботний вечер. И я хотел бы сразу представить наших музыкантов, потому что мы начали с композиции, которая называлась «Иерусалим». «Иерусалим» с нами практически все время, сколько существует коллектив, 19 лет. Итак, дамы и господа, Татьяна Шишкова, вокал. Наша духовая секция. Илья Дворецкий, флейта. Мы вместе с Ильей начали, организовали, замутили, вдохновили друг друга на то, чтобы создать коллектив «Маримба Плюс». Отдельное тебе спасибо, Илюша. Это было очень давно, друзья мои, очень давно. Итак, Сергей Нанкин, главный бас-сет-горд, вокал. Михаил Зуев, саксофон-тенор. И невероятный совершенно... Я не знаю, как его назвать, Миш, правильно. Невероятный. Невероятный просто, вот тот, что синтезатор, просто невероятный. Итак, наша ритм-секция. Евгений Ярин, бас-гитара. И сегодня наш специальный гость, замечательный музыкант, вот впервые играет в «Маримба Плюс». Это всегда волнительно, это всегда интересно, это всегда новая свежая кровь. Тем не менее, мы не можем сказать, что Виталий мало поиграл в своей жизни. Он уже играет с такими замечательными музыкантами, как Анатолий Кроул, как Даниил Крамер, ездит в туры по стране. У него есть поклонники уже, несмотря на его, так сказать, юный вид. На самом деле, внутри он уже очень опытный музыкант. Итак, дамы и господа, Виталий Эпов, барабаны! Мы начали сегодняшнее выступление с такого этно-блока. Все вы знаете нашу пластинку, которая называется «Flight over the World» — «Полет над миром», где мы посвятили целую пластинку, целый альбом путешествиям по разным странам, по разным культурам. Итак, следующая страна — это Испания, и композиция называется «Испанская фантазия».
Спасибо. Друзья, мы еще одна солнечная страна. Вообще, мы путешествуем в основном по каким-то солнечным странам. Хотя, если кто-то знает вообще творчество Маримба Плюс, то в нашей истории есть и композиции, которые посвящены каким-то холодным, абсолютно норвежским таким течениям. Может быть, кто-то слышал, например, второй альбом Маримба Плюс, который назывался «Зачарованный мир». И там был, помнишь, да, «Странный вальс». Это второй альбом? «Странный вальс», например. Друзья мои, послушайте. Абсолютно северная холодная музыка. Но не сейчас. Сейчас прозвучит вещь, композиция, которую мы посвятили Индии. Погрузились в эту культуру, насколько могли. Записывались вместе с выдающимися музыкантами, с Геннадием Лаврентьевым на таблах. Изучали парант. Это специальные перкуссионные, вокальные такие штуки, которые будут ребята делать голосом. Итак, композиция называется «Маримба Чалан». Походка в стиле маримба. Вы готовы, друзья?
Плюс является не только носителем собственной музыки, которой очень много, за 19 лет мы написали уже 7 альбомов, но также Маримба Плюс делает очень интересные программные концерты, которые посвящены, например, космосу. Вот в планетарии, в московском планетарии была премьера нашей программы, которая прозвучала, которую мы очень-очень долго готовились, она называлась Gravity of Sound. Все меня спрашивают, когда мы повторим еще раз. И я говорю всем, что мы сейчас находимся в поисках финансирования этой программы, потому что она получилась совсем не дешевой. Как только мы найдем финансирование, мы обязательно еще раз повторим эту программу в московском планетарии. Итак, одна из композиций, которая была написана специально для этого шоу, называется «Орион». Thank you.
друзья, это вот, на мой взгляд, тот самый момент. Вы знаете, в творчестве каждого композитора есть одна мечта. Вот у каждого, кто когда-либо что-то сочинил, даже если вы совсем немножко играете на гитаре, и вдруг придумали какие-то свои три аккорда, и у вас родились какие-то слова, это уже получилась песня. И вот мечта каждого композитора, независимо от того, сколько лет ты этому посвятил, профессионально ты занимаешься этим или нет, чтобы после того, как человек услышал что-то из твоего творчества, он что-то запомнил и вынес из концерта и сказал: «А, вот это было, я это помню». Мне кажется, что вот «Орион» как раз из тех композиций, мелодия, которая остается в голове каждый раз, когда мы ее исполняем. Но вот у меня лично бегут мурашки, и это, конечно, очень для меня, вот как для композитора, очень большой показатель. Итак, мы движемся дальше по нашей космической программе. И следующая композиция, которая тоже звучала в планетарии, называется «Альдебаран». Эту вещь мы посвятили великой, выдающейся исполнительнице, певице, композитору Бьорк Гудмундсдоттер. Все вы знаете, это неординарная совершенно личность, и мы сделали посвящение на ее юбилей, написали композицию, которая называется «Альдебаран». Thank you.
Спасибо, и мы двигаемся дальше, 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 дальше на современную музыку. Итак, следующая композиция называется «Why». Я рассказываю всегда, что мы трактуем вообще это слово, перевод сюда, либо «зачем», либо «почему». Мы выбрали именно первое, да, «зачем», «why». We'll be right back.
Михаил Зуев, саксофон тенор. Следующая композиция называется «Easter Market». Не случайно, потому что мы с вами немножко подняли градус, завелись. Итак, «Восточный базар», если по-русски. Yeah.
сейчас еще одна композиция, которая, знаете, у некоторых вещей Маринга Плюс вообще есть свои поклонники. Вот просто люди приходят специально на какие-то композиции и просят каждый раз их исполнить. Мы не можем каждый раз исполнять одни и те же вещи, но сегодня делаем это специально для любителей этой вещи. Итак, наш звездный эпос, который посвящен фильму «Звездные войны». Кто-нибудь смотрел этот фильм, я надеюсь? «Звездные войны» смотрел кто-нибудь? Поднимите руки, друзья. Ну, слава богу, слава богу. Это обнадежит. Итак, персонаж в фильме из «Звездных войн», замечательный, совершенно милейший, умнейший дроид, да, то есть такой робот кругленький, все помнят его, да, у которого выдвигались глазки, какие-то звуки издавал постоянно. Он назывался, его имя R2-D2, помните, да? Итак, композиция так и называется, R2-D2. Клуб Козлова, вы с нами? Thank you.
Oh,
make him wait. Ay, candelao, 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 make him wait. Ay, candelao, 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 que make him wait. Ay, candelao, candelao, que puso un baile en la botella para una ubicación del timbal de un ratón que alagaba un campo al día. Un gato también venía, era canta y placentero. Que buena noche, compañero, que buena noche, compañero. Илья Дворецкий, флейта. Сергей Нанкин, кларнет, бассет, горн, вокал. Михаил Зуев, саксофон, тенор, синтезатор, чудо. Евгений Ярвин, бас-гитара. И Виталий Епов, барабаны. Наш прекрасный композитор, мелимофонист, идеолог и лидер группы Лев Слепнер. Спасибо большое, друзья мои. Я хотел сразу вас пригласить на наш один из очень важных и значимых концертов вообще в истории Mambo Plus. Я просто всегда забываю это сделать, все уже уходят, а я вспоминаю, оказывается, не пригласил. И вот сейчас я себе специально сделал вот такую пометочку, ну, уже как бы и возраст, поэтому делаю себе пометочки такие, аккуратно, карандашиком. Итак, друзья, 20 апреля, зафиксируйте себе, пожалуйста, визуально, 2.0 апрель, 20, уже все цветет, все тепло вокруг, мы ждем вас не где-нибудь, а в Кремле Арайк. Добрый вечер. Арт-директор клуба Алексей Сергеевич Козлова, поприветствуем. Друзья мои, 20 апреля мы ждем вас в Кремле на концерте Mambo Plus вместе с выдающимся
невероятным совершенно виртуозом фламенко, танцором Адрианом Санчесом. Очень скоро мы едем в тур в апреле по стране, там будет около 17 городов. Этот тур заканчивается ровно 20 апреля в нашем московском Кремле. И я хочу еще представить одного музыканта. Спасибо огромное, спасибо. Без которого нам было бы очень тяжело все это поднять, все это вызвучить, всю эту историю с огромным количеством звуков. Итак, Никита Белых, наш звукорежиссер. И, друзья мои, я вам уже говорил о том, что у Marimba Plus есть 7 альбомов. Вот как раз 7-я пластинка представлена здесь у нас. Мы с большим удовольствием оставим и сделаем автограф-сессию специально для вас в память об этом вечере. Итак, друзья мои, Marimba Plus, спасибо!